хорошие. Ой, как они пахнут. Другого сорта нарциссы распускаются. А слива-то какая стала? Старенькая ты моя, а вон как расцвела. Надо же, вот каждую весну такое чудо. Банчики сейчас вот-вот пойдут. Ой, как же хорошо. Ой, а запахи стоят прям сумасшедшие. Доброе утро, мои хорошие. Вот бывает же огорчения такие в жизни. Снимала, как я вот этот шарик делала. А карта памяти приказала долго жить. Мне, собственно говоря, осталось его только покрасить. Ну ладно, сейчас попытаюсь рассказать. Взяла шарик, надула, порезала гипсовые бинты из аптеки на кусочки и его обклеила, но оставила дырку внизу. Вытащила шарик оттуда, лопнула его. А это все вот цементом промазывала. Получился вот такой шарик. Я его просто на клумбу хочу поставить. Жалко, конечно. Так у меня еще подставка для цветов из книг тоже была там снята. Ну ладно, теперь из двух видео сделаю одно. Thank you.
Так, ну вот. Пусть посохнет, потом еще разочек покрашу. Потом лаком покрою. Сейчас еще разок покрасим. Ну и все, пусть теперь сохнет. Вот, пока у меня все сохнет, соорудила под кашпо подставочку. Сегодня 31 марта. А это пионы у меня вылезают. В рыбе цветочки. Тоже сейчас зацветут скоро. Сейчас тюльпаны пойдут. Мой дельфинчик любимый. Это моя парочка. Мальчик с девочкой. А это лист огромный. Так я и не нашла ему применения. Здоровый, тяжелый. Вот, а это вот старые все дела. Юбка с карманами. Да, вот это был вообще глобальный труд. Целый сарай в стену выложил. На больше не хватило. Зеркалами выкладывали тоже. Такая штука здоровенная, тяжеленная. Ой, надо поубирать эти картины старые, господи, куда-то. Господи, тоже весь страшный стол, маяк, ужас. У меня уже через 17 дней приедет Ира с Валериком и привезут моих двух внуков. А я еще и на участке не разобралась, и гостевую комнату надо. Вот сюда везде насажаем цветочков всякого. У меня зимой искусственные цветы тут были. А слива как цветет. Она старая. Ой, но столько сливы с нее. Смотрите, какой мох, что ли, или что это, вырос на камушке. Все высохло, сейчас я лаком покрою, стразами посыплю. Будет красота.
знаю, будет у меня сестра задержаться ли. Сначала сверху намажу. Попробую посыплю. Не знаю, не пробовала ни разу. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Такие мелкие-мелкие стразики. Не знаю, будут ли они держаться. Ну как вам? Ну ладно, посмотрим. Высохнет. Ну вот, идем смотреть. Вот он высох. Весь блестит. Вот. Я его пока положила тут в тенечек. Пусть он высыхает. Потом я его еще лаком покрою один раз, чтобы вот эти все стразики не отвалились. И потом буду искать ему место. Пока пусть тут полежит, отдохнет. Так что, мои дорогие, делайте, украшайте свои участки. Пусть радует и вас, и ваших гостей, и ваших близких. Ну, это ж одно удовольствие работать руками. Ну, на сегодня все. Пока-пока, мои дорогие.